Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве HTC Desire 12S получить доступ к настройкам разработчика. Для этого переходим в настройки, затем переходим в раздел «Система», о телефоне, находим последнюю строку, номер сборки, и тыкая по ним пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». И теперь в этом же разделе «Система» вы можете найти настройки для разработчиков. Вот они, все наши интересные и полезные настройки разработчиков. Вы можете сами получить к ним доступ и ознакомиться с ними собственноручно. И также вы можете выключить настройки разработчика здесь, и они пропадут из списка настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!